Владимир Парфенов, день назад. Спасибо, Петрович, за столь интересное видео. Это Lexus LX570. Именно вы побудили меня в прошлом году купить Lexus GX470. То есть я про него рассказывал как хозяин, который 10 лет отъездил на этом авто. Очень доволен машиной и понимаю только в процессе, что для моих целей и для трассы эта машина лучше Прада и Крузака, что сделал именно верный выбор. Ну, я на Праде не ездил, на Крузаке не ездил. Я, конечно, так только могу себе представить. Но Прада, грубо говоря, те же габариты, как и у этого GX470. Поэтому можно, так сказать, представить эту машину. Более слабая комплектация, более слабый там мотор. Ну, возможно, всего этого и хватает. Вот так вот, да? Ну, это больше, более комфортная машина. Более комфортная машина, да? Более комфортная машина, приятная. И знаете, вот еще LX570, у него габариты больше. И вот не знаю как, возможно, есть такое качество у каждого человека, что ему вот комфортно в габаритах вот такой-то машины. И вот это как раз GX, это та машина, которая по высоте, по своей массе, по своим вот параметрам очень подходит для человека. Именно, знаете, вот как бы сказать, эргономика туда, такая хоп, сел, и ты в своей тарелке. LX чуточку больше, вот как-то вроде то же самое, даже лучше. Но надо привыкнуть, и вот это вот чего-то такого срастания с машиной, полного срастания, понимаете. Вот у меня еще не произошло с LX570. А с той машиной я сел сразу, хо, ездил. Поэтому тут вот эти вот, скорее всего, вещи, о которых я сейчас рассказываю, и сыграли свое дело. И вот он пишет, что сделал именно верный выбор. Действительно, в машине 2003 года ощущаешь себя, будто сидишь в новом автомобиле. Но не старится он, понимаете, вот ездишь, ни шума, ничего такого. Вот, ну, прекрасно. Далее он продолжает. Феноменально. Да, феноменально. В будущем прошу рассказать побольше про ощущения сравнения прошлой вашей машины и нынешней. Плюсы и минусы. По творческой, по технической части, по проходимости, скорости, удобству, расходам. Значит, что я сейчас могу ответить? Вот ты уже сделал на 60 тысячах километров. На обратном пути, значит, попал я в гололед. Не я только один попал, а я рассказывал, что я еду, вижу, на обочине стоят три машины, они уже побились. Понимаете, где есть мост. И когда идет дождь, вот именно на мостах, на возвышенностях, там идет продувание. И вот это продувание, ложится мокрый этот снег, мокрый этот дождь, он буквально-таки сразу же замерзает и превращается вот такой какой-то каток, да? А дальше этого нету, опять мокрым будет асфальт, и машина держится, и до этого. То есть вот эти машинки только раз попали вот на этот гололед, а впереди как раз шли фуры. Надо было притормозить, потому что они шли медленно, их надо обгонять, они же это. И вот тут-то и с ними и случилась вот такая вот беда, что они побились и стояли. Я просто вот глянул боковым зрением, ага, справа стоят машины, у меня там что-то такое, побились, ну, непонятно как, вроде все пусто. И тут я сам подъезжаю к этим фурам, одна гоняет другую, и я, понимаете, захожу, вот она одна фура, а другая уже обогнала ее. И я вот в этот коридорчик заехал. И в этом коридорчике, чтобы, естественно, я притормозил, чтобы соблюдать дистанцию. И как только притормозил, резина у меня прекрасная, зимняя, но не шипованная.
там хакапелита какая-то, ну, нормальная, все, она, то есть не должно это так быть. Но вот на льду, на там льду, где-то, видать, замерзла, где-то не замерзла, получилось, что ее резко бросило на отбойник влево. Понимаете, все очень быстро происходит. Вот я растерялся там на какие-то доли секунды, я уже вижу, вот она отбойник, вот она моя машина, и я уже готовлюсь к тому, что сейчас бочина будет, ну, вот этот скрежет по этому отбойнику. Ё-моё, новая машина для меня. И, ну, будем говорить, как бы сказать лучше, ну, я хотел эту машину, я мечтал о ней, и так, чтобы, знаете, уж дюжи слишком, но хотел, мечтал. И тут на тебе. Прошло совсем немного, и машина будет подрота. Право руля, а тут фура, потому что я в этом коридорчике нахожусь между отбойником и фурой. Сюда, не опять в эту сторону, чтобы я уже ухожу от фуры. Меня опять тянет на отбойник. Я торможу. Значит, машина тут вот так вот ходит. Фура немножечко проезжает вперед. Я, значит, опять... что ты тормозишь, что не торможишь? Машина там прет и все. Я опять вправо и за фурой уже, за ее задом, уже меня тянет на обочину. Обочину. Я уже тут тормозами, рулем, назад, налево. И вот тут ее разворачиваю. То есть, тут, знаете, какая-то пляска пошла. То есть машина вот так вот, если так она была, да, раз, 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 раз. И потом тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, да, остановилась. Это такая была пляска, от которой, знаете, меняются портки несколько раз. Вот. Был у меня случай, когда я на GX попал в перемет, снежный перемет. То есть я ехал по трассе, там же М4, возвращался с Москвы, а там вот снега намело переметы. И как-то дорога чисто, там, знаете, бывает, вот расслабись или еще что-то. И в этот перемет только, нырк только. И мне, естественно, знаете, как в сторону боли такого. Дернула, ну вот я как бы руль держал, она да, дернула, заработали эти системы, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Но она такого не было, выпрямилась и пошла, потому что не было льда. Так, по технической части я вам сказал, по технической части практически ТО те же самые. 22 800, и там же такой же, когда дороже, когда меньше. То есть пока расход тот же самый. По проходимости, и из-за того, что машина более дорогая, я как-то не решаюсь. И, кстати, по проходимости. Вот смотрите, GX, у него клиренс больше. И вот это вот, как они говорят, геометрия. То есть нос такой высокий. Клиренс у него высокий. И зад у него, свес тоже высокий. То есть он может запросто подниматься, спускаться там, залазить во все эти вещи. Проходимость у него будет лучше, и он не будет цепляться ни бампером, ни задом на спусках, на съездах. У этого же вроде бы то же самое, но бампер ниже и спереди, и сзади. То есть уже проходимость насчет вот этого хуже, можно оборвать. В грязь я особо не залазил. По лесу, как на том, не ездил, потому что на том я, понимаете, ну буквально как ежик проехал между там деревьев. Этот шире, он просто-напросто не пройдет. Скорость, если сказать, знаете, вот по скорости, если сравнивать, то скорость
На обгоне у GX'а в начале очень хорошее. Раз продавил он, рванул и обогнал. То есть тут не было такого, чтобы скорость тебя как-то подвела. Но, естественно, надо смотреть и голову иметь, иначе всякое может быть. Но по скорости меня она вполне удовлетворяла. Я посмелее нажал на газюльку и быстренько обогнал, да? Естественно, эта машина по скорости еще быстрее. Она быстрее. И если там скорость ограничена где-то, сколько там я, по-моему, ехал, 190 км в час. Или даже 170 км в час. 170, по-моему, ограничено искусственно. То здесь она 220. 220 я не ездил, а 180 я уже ездил. То есть он, конечно, набирает зверюка больше. Но, будем говорить, масса, вот это вот. Набор скорости, конечно, хороший, но при торможении надо учитывать, что масса разогналась намного больше, нежели GX. И тут может быть такие вещи, что затормозит она более-менее нормально, но если что-то скользкое, так и погонит, как ни в чем не бывало. Поэтому я на ней езжу, знаете, вот вальяжно, сел, у меня постоянно горит этот самый экономический режим, постоянно. Я туда-сюда, вот. То есть машина действительно, как говорят многие там обозреватели, располагает к такой спокойной, такой достойной езде. Вот, удобство, конечно, удобство и там хороши, и здесь хороши, но здесь лучше, потому что здесь музыка лучше. Телефон, ты трубку не снимаешь. Она какая-то большая, вот в большом пространстве, знаете, лучше себя чувствуешь. Потом я поставил вот эти кресла с массажом, более удобные, более такие анатомичные, каких нету в этой в заводской комплектации. То есть она действительно удобнее. Вот удобнее, да, там, и все это там. Тем более сзади подогрев и продувка. В GX'е такого нет. В том 2004 года, который у меня был. Сейчас, может быть, в новых там есть. Я не знаю. То есть по удобству, конечно, она и приляжет, если тебе надо зайти. То есть низкая такая посадка. Ты залез удобно. Ты, значит, а потом она поднялась. Здесь, конечно, да, вот это вот. Ну, говорю, вот надо как-то умом сравниться с автомобилем, потому что вот его дороговизна. Вот она как-то в уме делает такие вот вещи в личном моем сознании, что я не могу, знаете, вот да, если я там по корябу или еще что-то там, да, и фикс, как GX. А тут вот какое-то напряжение имеется из-за того, что вещь дорогая, за ней надо смотреть. Во всем остальном, конечно, она удобнее GX, удобнее, да. Расходом. А вот что касается, знаете, расхода, то вот тут я бы даже поставил знак равенства между расходом GX бензина и LX. Вот где-то одинаково, по крайней мере, у меня так выходит. У меня два бака, заправка 1132 литра, и как-то тут я не это самое, ну, не могу сказать, вот ездят как-то они, едят бензин как-то они одинаково. Даже мне показалось, что LX чуточку меньше, но это, может быть, показалось в начале.
Может быть, показалось, да? Что касается остальных расходов на содержание, ну, я вот привел, что пока что все это идет одинаково, не слишком как-то дорого, не слишком это. Все в рамках. Потому что я как пенсионер, чрезмерно большие расходы выдержать не смогу просто-напросто. Вот, так что машина я LX доволен. И все еще, знаете, как идет, как в семейной жизни, протирание. Ну, Моби Дик, я его назвал Моби Диком. Он уже, значит, вот побывал вот таких вот в передрягах. И уже, так сказать, адаптируемся друг к другу.